ФСК Пушкина с самого утра заполнился веселым детским гомоном и музыкой. В ожидании начала большого спортивного праздника школьники общались между собой, а некоторые разминались. Но больше всего школьников собралось около столов регистрации соревнований. Более 600 человек пришли сюда, чтобы участвовать в едином дне сдачи норм комплекса ГТО. Приветствовать участников этого спортивного праздника, поддержать ребят пришли и именитые спортсмены Пушкинского района. В частности, олимпийский чемпион по биатлону 1976 года Михаил Елизаров подчеркнул, что для достижения любой цели в жизни необходимо упорство и опыт, которые развивает физическая культура. А Сергей Макаров, чемпион мира и рекордсмен России, отметил, что выход на стадион не только полезен, но и помогает сразу определить будущего хорошего спортсмена. Это обязательно, чтобы каждый ребенок приходил на стадион, ну, пробовал себя. Ну, вообще ему для здоровья полезно, как бы в жизни пригодится это все. Ну и как бы селекционировать тех же спортсменов, если очень талантливые люди, их видно сразу. Поэтому хорошо, что это здесь все проводится, и кому-то это интересно. Вот, это очень здорово. Своих старших товарищей поддержала и молодая спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике Юлия Ерецова. ГТО – это спортивный праздник, на котором дети могут познакомиться со спортом и узнать, насколько он помогает жизни. ГТО должны нормативы сдавать и взрослые, и дети, потому что он необходим каждому из нас. А вот у тебя есть значок ГТО? Самый? Да, я сдавала ГТО в прошлом году, и я выполнила все нормативы. Сюрпризом для всех стало выступление ансамбля современного танца. И вот начались соревнования, где каждый хотел показать себя с лучшей стороны. Прыжки, подтягивания, отжимания, наклоны – все это отнимает много сил. А для их восстановления на улице всех ждала полевая кухня.